Всем привет! Сегодня я бы хотел вам рассказать о одной программе автопостинг в Facebook, в Одноклассниках и ВКонтакте. Это будет первое видео, здесь у нас будет автопостинг по социальной сети Facebook. Данную программу вы можете скачать, ссылочка будет под видео. После того, как вы ее скачаете, у вас скачается вот такая папочка. Нужно будет ее открыть и вот эту папку разархивировать. То есть туда, куда вам удобно. Перенесете. Вот она у вас разархивировалась. После чего, значит, ее открываете. И нажимаете вот верхнюю папочку, верхний файл и устанавливаете программу. После того, значит, как программа у вас установилась, у вас на рабочем столе появится вот такой вот значок. Нужно еще сделать одну вещь. А в папочке будет еще вот такой файлик. Вы его копируете. Затем идете в «Мой компьютер». Идете в папку, вернее, идете в систему. Ассистент. R. В эту папочку FBVD. iMacros. Еще раз Macros. Удаляете вот эту папку, вот этот файлик. Просто раз. И удалить. И вставляете сюда новый. То есть то, что вы скопировали. Все. У вас вставилось. После этого вы можете уже запускать программу. Здесь нажимаете на два раза. И программка вот так у нас выглядит. Как мы видим, здесь Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Ну, Одноклассниками я не пользуюсь, поэтому даже, честно говоря, эту функцию ни разу не пользуюсь. Сегодня поговорим о Фейсбуке. Значит, нажимаем сюда. И у вас открывается вот такое окошечко. Сразу могу заметить то, что здесь можно делать 5 аккаунтов Facebook. То есть аккаунт 1, 2, 3, 4, 5. Если у вас один аккаунт, то только один. Если 2, то 2, 3, 4, 5 и дальше. Давайте произведем как бы настройки. Что нужно сделать? Нажимаем, значит, аккаунт 1. В поле логин вписываем ваш логин от Facebook. В поле пароль вписываем ваш пароль. Дальше в поле текст. Нажимаем на текст. Открывается встроенный редактор сразу Notepad. И вот здесь вот у вас будет текст. Вам нужно будет поставить свой, естественно, какой вы захотите. Но все вот это вы можете удалить, но кроме вот этих значков. То есть текст у вас должен быть между вот этими двумя кавычками. То есть в начале текста одна кавычка и вторая кавычка в конце текста. То есть берете вот так, выделяете до кавычек и сюда вставляете свой текст. Также здесь можно делать несколько текстов, чтобы они, ну, как бы не постоянно одни и те же там в группах шли, а менялись. Для этого, значит, снова ставим еще одни кавычки, пишем новый текст, в конце текста ставим еще кавычки. И если хотите три, то же самое. То есть кавычки открыли, текст написали и кавычки закрыли. После этого, как вы здесь все написали, нажимаем «Сохранить» и можно закрывать. Дальше, значит, текст мы написали. Так как у нас два текста, количество текстов здесь ставим 2. Если у вас будет 1, то 1 ставите. Если 3, то 3. Дальше идем, значит, в картинке. Нажимаем «Картинки». И у вас открывается папочка с картинками. Которые здесь есть картинки, также можете удалить и поставить сюда свои. Единственное, чтобы было название в картинках не какие-то там
там, английскими, русскими, а именно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Сколько у вас будет картинок? Картинок тоже можно делать сколько угодно. Единственное, вот здесь также прописываем количество. То есть у меня 2, я также ставлю 2. Дальше, значит, идем в группы. Открываем группы. Открывается также встроенный редактор Notepad. Как видим, здесь пока ничего нету, но мы сейчас их заполним. Пока у вас ничего нет, это можно закрыть. Пока нет ничего, это, кстати, тоже. Здесь пока ставим 0. После того, как здесь вы все с картинки, текст ставили, группу пока ставим 0. И сколько раз пройтись, тут можно поставить, например, 1 пока. Вот как мы видим, здесь логин, пароль, текста 2, картинок 2. Групп пока нету. И сколько раз пройти. И нажимаем сохранить. Окей. После того, как вы это все сделали, нажимаем кнопочку старт. Вот программа запускается. Запускается встроенный портативный Mozilla Firefox. Это можно свернуть. Вот он открыл страницу Facebook. Значит, он автоматически вводит логин, пароль и авторизуется в Facebook. Видите, я ничего не трогаю. Открылась ваша страничка. И он проверяет сейчас наличие групп вашей странички, на вашей страничке. То есть, вернее, он проверяет в данный момент группы, которые вы указали в файлике. Как там известно, что там групп нету. Поэтому он сейчас просто остановится. Это ничего страшного. Сейчас покажу, как все группы туда добавить. Вот видите, он остановился и говорит, что нет групп. Для того, чтобы собрать все группы, которые у вас есть, потому что, как известно, в Фейсбуке можно писать только в те группы, в которых вы как бы вступили. И для этого как бы у вас должно быть определенное количество групп. Значит, нажимаем вот, открываем вот эту папочку, сбор групп, так называется. И выделяем вот этот файлик, сбор групп с JS. И нажимаем кнопочку воспроизвести. Вот у нас перекинул на страничку с вашими группами. И сейчас он собирает ваше количество, сколько у вас групп. Как видите, вот здесь можно смотреть. Считывание группы, вот 12, 13. Сейчас подождем, пока он все соберет. Так, все, вот закончил сбор группы. Как видите, написано считывание группы 169. После того, как он закончил, значит, закрываем эту программку. Заходим обратно сюда и смотрим в группу. Да? Открываем группу. Мы видим, что здесь все группы есть. В количестве 169 групп. Все отлично, группы собраны. Значит, вот здесь-то прописываем 169. Значит, после того, как вы записали сюда 169 групп, нажимаем сохранить. Нажимаем ОК. Также еще можно, к примеру, если вы состоите в какой-то группе, но не хотите там размещать ваши сообщения, вы просто идете, значит, в Facebook, берете ссылочку на ту группу, беру вот эту ссылочку до вот этой черты.
копирую, перехожу сюда в список групп, нажимаю сочетание клавиш Ctrl-F, здесь все удаляю и сюда вставляю эту ссылочку. И нажимаю «Искать далее». Вот он у меня нашел эту группу. Значит, это закрываю и вот эту строчку полностью просто удаляю. Делаю так, чтобы пробелов здесь не было. Итого, значит, у нас сейчас получилось 168 групп. Закрываю, нажимаю «Да». Это закрываю снова. Ну и сюда, значит, здесь подправим 168 групп. И нажимаем «Сохранить настройки». Окей. После того, как вы удалили все группы, в которых вы не хотите размещать свои объявления, нажимаете кнопочку «Старт», и программа начинает работать. Как мы видим, вот эта программа перекрывает все окно, поэтому после этого ее можно спокойно свернуть. У вас сейчас откроется, сейчас откроется браузер Mozilla Firefox, и программка начнет свою работу. Как мы видим, вот здесь можно посмотреть, что в данный момент программа делает. Значит, входит в аккаунт, вписывает адрес электронной почты или телефон и пароль, и входит автоматически в аккаунт. Видите, мышка вот у меня наверху, я ей ничего не делаю. Программа все делает сама. Как видите, у вас весь список групп показался, то есть группа есть и... Программа пошла в первую попавшуюся группу. Если нажму на секунду паузу, скажу, то что программа, когда вы делаете просто вот эти аккаунты, она добавляет, загружает картинку в альбом. Вот как мы видим, видите, создать альбом и продолжить. Нажмем. Картинка загрузилась. Немножко ждет программа. И вот дальше, значит, сейчас она публикует вашу фотографию, вашу картинку и будет заполнять теперь текст, который у вас, вашего объявления. Все, картинка опубликована и переходит в следующую группу. Сейчас вот посмотрим, которая была первая группа, чтобы посмотреть, что там на стене все это отобразилось. Вот мы берем первую группу, которая тут есть у нас. Копировать. Ставить и перейти, да? Как мы видим, вот сообщение здесь отображается. И сразу же, кстати, ставится здесь «Мне нравится». Все отлично. Сообщение опубликовано. И так далее. То есть нажали, вернее, запустили программу, она работает. Вы спокойненько пошли заниматься своими делами. Сейчас еще в одну группу разместим. Как видите, уже другая картинка, не та, которая была предыдущая, да? И рекламный текст тоже будет второй. Соответственно, если у вас три и более больше картинок, то тогда они будут рандомно вставляться. Если даже у вас два текста, да, картинок 10, то картинки будут рандомно вставляться. А текст тоже будет как бы рандомно подставляться, если у вас несколько текстов разных. И здесь тоже другой совершенно уже текст. Все, опубликовано. Сейчас нажмем стоп. Здесь вы можете составлять несколько аккаунтов. То есть 2, 3, 4, 5. Соответственно, на каждый аккаунт у вас будет открываться новый браузер, и не будут они друг дружке мешать. Также здесь можно делать просто текст и без картинки. То есть нажимаем на вкладочку «Без картинки». Здесь также прописываем логин, пароль. У меня здесь все прописано. Это другой аккаунт. Здесь количество текстов. Сейчас я открою. У меня также, как видите, два текста здесь.
Я здесь ставлю двоечку и группы. Итак, у меня также здесь групп нет. Процедуру можно, конечно, начать заново, то есть нажать старт и также все собрать. Либо можно, например, перейти, где у вас уже собраны группы. Если это тот же самый аккаунт. Если другой, то лучше, конечно, снова всю эту процедуру проделать. Так как у меня здесь другой аккаунт, я проделаю все процедуры все заново. То есть нажимаю старт. Вход в аккаунт идет. Сейчас здесь пропишется почта, пароль. Уже как бы другой аккаунт. Здесь у меня не так много групп, поэтому здесь все пройдет очень быстро. Можно, в принципе, если у вас, например, вы знаете, что у вас в текстовом файле нет групп, нажать стоп. То есть все остановится. Выбираете папочку сбор групп и нажимаете, выделяете вот эту, этот файлик и нажимаете воспроизвести. Но, естественно, только после того, как вы войдете в свой кабинет, в свою учетную запись. Нажали воспроизвести. Перекинул вас на группы. И программка сейчас будет собирать. И тут всего 44 группы, поэтому они все тут собрались быстро. Закрываем, переходим в программу, смотрим группы. Видим, весь список групп здесь есть. Закрываем все это. Здесь прописываем 44. Сколько раз пройти один. И нажимаем старт. При каждом запуске, если вы, например, свернули, закрыли, снова открываете, естественно, у вас будет новая авторизация. Так, почему-то не воспроизвелось. Иногда бывает такое. Просто прописываем сами тогда. Ну и редко, но бывает. Нажимаем продолжить. Все, значит, вошли. Это бывает, но очень редко. Можете, вот если, например, не авторизовалось, можете либо снова свернуть про этот браузер и запустить заново, либо вписать вручную. Вот как видим, пошла первая группа. Я ничего не делаю. Начинается публикация. Программа все делает сама. Вот вставился текст. Так как здесь картинок нету, вставляется ссылочка. Вот у меня тут сайт, поэтому вставилась такая ссылочка. И сейчас я нажму на паузу. И как видим, пост разместился. Нажимаем продолжить опять. Если тут 30 секунд, он ждет. И вот переходит уже в следующую группу. И здесь происходит все то же самое. Вот как мы видим, опять написался текст. Сейчас нажмем на паузу. Опять этот текст здесь прописался. Единственное, что здесь, как вы видели при картинках, когда там можно несколько текстов делать, а здесь он будет писать только один текст. Так что в поле без картинки ставим всегда один, и текст ставим тоже один. Все, продолжим, и она пойдет дальше работать. После всего этого, значит, если как только у вас все прошло по всем группам, у вас программа остановится, вы свернете браузер. И спокойно можете уже свою программку закрывать. Еще что вам хочу сказать. Делайте несколько аккаунтов. И чтобы в них были, во всех аккаунтах, были одни и те же группы.
То есть, к примеру, в аккаунт 1 у вас один логин-пароль, вы его запустили. Подождите пару минут, идите в аккаунт номер 2. Если у вас будут все те же самые группы, вы также его запускаете, и у вас уже будет как бы посты идти один за другим. То есть в одних и тех же группах будут идти посты, но только от разных людей. Тут от одного, вот, потом от другого, от третьего, четвертого, пятого и так далее. И никогда не запускайте программу, если у вас, например, один аккаунт уже крутится с картинками, и вы хотите без картинки опять тот же самый аккаунт запустить. Не нужно этого делать. Получится, что с одного аккаунта в одно и то же время, например, в разных группах будет что-то размещаться. Это будет очень подозрительно. Ну, на этом вроде у меня все. Если возникнут вопросы, все контакты мои под видео. Также не забываем подписываться на мой канал. В следующем видео я расскажу вам о автопостинге, но уже по социальной сети ВКонтакте. На этом все. Всем удачи, всем пока.